Ну, можно так сказать, что последствия налогового маневра, они не очень велики по сравнению с последствиями падения цен на нефть. Случилось следующее. Налоговый маневр зарабатывался при цене 100 долларов за баррель, как известно. И совершенно другие были и доходы, и расходы, и, собственно говоря, соотношение доходов и расходов. То есть в результате того, что цена у нас упала, у нас абсолютно поменялось соотношение. То есть на самом деле, если бы мы посмотрели на какие бы были результаты у отрасли без налогового маневра и с маневром, то с маневром стало немножко хуже. Но с другой стороны, мы видим, что правительство в оперативном режиме подкручивает в необходимых случаях доходы. То есть говорить о том, что оно бы сохранило те условия, в общем, нет никаких оснований. Тем более, что мы видим сейчас беспрецедентные, в общем-то, меры, когда с 1 апреля вводится ухудшающее положение налогоплательщиков налоговая норма, чего не было с 2001 года, то есть с момента вступление специальной части налогового кодекса в силу, ни разу такого не происходило. Даже с вступлением общей, даже с 99 года такого не происходило. Поэтому считать, что налоговая отрасль потеряла от маневра, оно, конечно, не совсем правильно. Но важнее тут другое, что произошло огромное падение из-за снижения цен на нефть. К примеру, если мы говорим про переработку, то переработка получала там 10-15 долларов субсидий за счет разницы между пошлиной на нефть и пошлиной на нефтепродукты. Сейчас эта субсидия сократилась до 2 долларов, то есть фактически в 5 раз, и сейчас уже субсидия не позволяет нефтепереработке работать, не компенсирует потери от более дорогого экспорта нефтепродуктов. То есть, правда, это частично компенсировалось снижением затрат самой переработки, которая тоже в рублях, если мы считаем долларов. Но, тем не менее, мы видим, что переработка наиболее пострадавшая, скажем так, отрасль, которая практически сейчас работает в ноль. Если же говорить про добычу, то действительно так устроена наша налоговая система, что у нас снизились налоги в большей степени, чем доходы нефтяников. И если, опять-таки, мы умножаем это на увеличившийся в два раза курс, то получается, что в рублях доходы остались примерно такими же. Ну, при, конечно, я говорю про прошлый год, когда цена еще была повыше, так и там цена в районе 50 была средняя. И, соответственно, доходы нефтяников, они сохранились на том же уровне. Но вступают два фактора. Во-первых, цена упала еще ниже. А во-вторых, все-таки инфляция, она в конечном счете все равно съедает эту девальвационную прибыль. Если мы говорим про какую-то там более долгую перспективу, то говорить о том, что нефтяники заработали на этой девальвации, конечно, это, в общем-то, лукавство. Конечно, эта прибыль уйдет. Ну, в общем, так вкратце. Но если мы говорим про планируемые меры, в общем, это самый, конечно, чувствительный вопрос. Причем я должен сказать, что тут вопрос вообще многогранный. Вот возьмем, допустим, сохранение 40, заморозку таможенной пошлины. В принципе, она принята на один год. И если говорить, с точки зрения, скажем, планового экономического отдела, ну или там департамента инвестиций, который считает инвестиционный проект, у нас с 2017 года будет пошлина 30, а не 42. Но с другой стороны, откровенно говоря, вот сейчас никто не верит. То есть в целом, как бы вот это вот 42, но все равно это лучше для проекта, потому что компании все-таки не склонны принимать вообще отрицательные проекты, а так они посчитали, при 30 вроде все выходит. И как-то проект не уходит в отрицательную плоскость. Но с другой стороны, одно дело вот это временное изменение пошлины, которое, наверное, все-таки заморозится, а другое дело 7,5. Снижение вычета по НДПИ. Потому что снижение вычета на НДПИ, оно... То есть никто не обещал, что его потом как-то изменят в связи с тем, что у нас там изменится опять курс, изменится инфляция или что-то еще. Соответственно, вот это, я считаю, гораздо вреднее. Такие решения, которые просто переводят полностью нашу налоговую систему в режим ручного управления. То есть как вообще это осуществлять инвестиционную деятельность, не очень понятно. Потому что если правительство официально заявляет, что мы вам каждый год что хотим, куда хотим, туда вертим, то даже расчет номинальный проект, он имеет только смысл, чтобы сравнить его с другим. То есть уже сами показатели, они могут в любой момент поменяться. Так что я считаю, что очень вот отрицательное влияние именно отсутствие какого-то долгосрочного понимания, что же у нас дальше будет. Потому что, конечно, если раньше нефтяники как-то понимали, что им, допустим, Минфин вышел, говорит, давайте все увеличим в два раза. Нефтяники начинают, приходят, говорят, не надо в два раза, у нас тут все упадет. И как-то там это все утрамбовывается, и как-то этот механизм, скажем так, работал. Или возьмем механизм с льготами. Как они вводились. То есть, понятное дело, что когда у нас общие НДПИ, и мы налогооблагаем все проекты, то, конечно, там истощенные месторождения, у которых уже давно обводенность там выше 90%, естественно, глупо из них требовать тот же самый налог.
Соответственно, нефтяники пришли, говорят, ну давайте вы нам тут как-то снизьте. Минфин, ну ладно, хорошо, там немножко там поторговались и как-то разработали формулу, снизили. Сейчас такие механизмы опять-таки не работают. То есть вот уже не новые льготы, сейчас маловероятно, что нефтяники пробьют. Таким образом, тот режим, в котором отрасль жива, скажем, последние годы, он сейчас, можно сказать, что прекратил свое существование, и грядущее, оно, в общем-то, неизвестно нам. В первую очередь проект с дальним горизонтом. То есть это в первую очередь, конечно, поиски, во вторую, ну, георазведка. То есть, ну, и в последнюю очередь уже непосредственно эксплуатационное бурение, которое тоже, конечно, страдает. Ну и, естественно, рисковые проекты, например, 3Z, конечно же, тоже пострадают, несмотря там, на то, что это стратегически вроде как правильное направление. Но, естественно, они тоже пострадают. Если мы говорим про переработку, то, естественно, компании режут все, что только можно, и они доведут, те проекты, которые уже, грубо говоря, там закуплено оборудование, осуществлены инвестиции, вот он стоит котел, естественно, они это достроят. А то, что у них отложено там до 2020 года, то уже с большой вероятностью они будут каким-то образом уминать, потому что денег, во-первых, нет, во-вторых, непонятно, как будет вообще с потребностью, куда эти нефтепродукты там продавать. Так что, в общем, и на то, и на нефтепроводку, на нефтедобычу это, конечно, следующее повлияет. Ну, я уже об этом говорил, тут, к сожалению, мы не можем в чистом виде выделить фактор акциза в короткую. То есть понятно, что мы вводим, скажем, акциз 2 рубля на литр, и с 1 апреля на 2 рубля цена не подорожает. Я даже думаю, что и 15 апреля, и 1 мая не подорожает. Но если мы возьмем там 1 апреля уже там, ну скажем, там 1 декабря, то уже мы с уверенностью можем сказать, что к тому времени этот акциз, он разместится где-то в цене. Таким образом, можно говорить, что рост составит 2 рубля как минимум. Но с другой стороны, 2 рубля цены, это всего-навсего, там сколько это получается, от 42, грубо говоря, 5%. То есть это ниже, чем наша инфляция. Поэтому, в общем, в принципе, говорить, что рост цен выскочит за инфляцию, ну, в общем-то, нет, наверное, оснований. То есть, скорее всего, рост он будет вот примерно таким же, как и был. Если говорить про рост цен январь 15 к январю 14, то опять там было в пределах 5%, то есть ниже инфляции. И вообще, надо сказать, что вот рост в 2016 году ниже, чем за все предыдущие годы. Я специально посмотрел, там 11, 12, 13, каждый год был рост выше 5%, тут, значит, соответственно, ниже. Поэтому я не думаю, что будет что-то такое вот прямо поражающее воображение, но будет потихоньку подрастать. И, конечно, это еще зависит от того, что же будет с ценой, в конце концов, и с курсом, потому что это может быть и так, и сяк. Но то, что она будет снижаться, это все-таки маловероятно.